Привітанні усім у студії Алла Іванова. Кожна закаханная пара марить створить моцную сям'ю один раз на все життя. А каб застраховать себе от некоторых спречных моментов сумесного життя и набыття майомости, можно загадзе поклопотиться об шлюбным договоры. Гэты документ з'являється своеособливым погадненнем поміж людьми, які уступають у шлюб, альбо ўжо лічаться мужем и жонкой. Ён вызначае их майомасные правы и обовязки, як у шлюбе, так и пасля яго скасавання. По законе, любая маёмасць, нажытая парай у шлюбе, з'яўляецца агульнай. Гэта тычыцца не толькі аўтамабіляў і нерухомасці, але і грошай, мэблі, тэхнікі і наогул усіх матэрыяльных выгод і маёмасных правоў. Як скласці шлюбны дагавор і што ў ім можна прапісаць, раскажа натарыус Мінскай гарадской натарыяльнай акругі, якая ажыццяўляе натарыяльную дзейнасць у натарыяльным бюро нумар 58 горада Мінска, Алена Сенажацкая. Брачным дагаворам прызнаецца саглашэнне ліц, вступающих в брак, либо супругов об определениях личных, неимущественных или имущественных прав и обязанностей, как в период брака, так и в случае его расторжения. Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Брачный договор также подлежит государственной регистрации. В организации по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, если он содержит условия, которые могут стать основанием возникновения, перехода, прекращения прав на недвижимое имущество. И действующее законодательство достаточно подробно регламентирует, что же может быть предметом брачного договора. Шлюбный договор можно заключить как до вступления в шлюб, так и после. У им могут быть прописаны практически любые аспекты взаимоотносин, и для каждой семьи яны индивидуальные. Так, в брачном договоре могут быть определены права и обязанности супругов по взаимному содержанию, в том числе после расторжения брака. Часто в брачном договоре в добровольном порядке прописывается обязанность одного супруга по выплате содержания другому супругу, как в период брака, так и после его расторжения. Также выплата содержания может быть определена каким-то временным периодом. Например, после расторжения брака один супруг оказывает поддержку и выплачивает содержание второму супругу, например, до достижения ребенком определенного возраста, либо до вступления в новый брак вторым супругом. То есть именно так, как они смогут договориться. Следующим условием, которое может быть определено в брачном договоре, это порядок раздела имущества, являющегося общей совместной собственностью супруга. У супругов может быть несколько видов имуществ, и в брачном договоре супруги определили порядок раздела, и конкретное имущество при данном разделе поступит в собственность уже определенного супруга. Также может быть определено совместно нажитое имущество, которое будет передано каждому из супругов после расторжения брака. Также могут быть определены условия относительно изменения предусмотренными законодательными актами режима общей совместной собственности путем установления долевой собственности. При этом доли могут быть неравными. Также может быть определено условие относительно изменения режима общей совместной собственности и установления собственности конкретного супруга на определенное имущество, либо на все имущество. Также условия относительно невозможности признания имущества каждого из супругов их общей совместной собственностью, если в период брака были произведены существенные вложения, которые значительно увеличили стоимость этого имущества. Это касается того имущества, которое супруги приобрели до брака, либо получили в период брака в дар, либо в порядке наследования. Понятно, что это имущество является их личной собственностью. Но если в период брака произведены существенные вложения, реконструкция. В данном случае в законодательстве предусмотрено о том, что у второго супруга есть право признать это имущество либо общей совместной собственности, либо получить какую-то денежную компенсацию. В брачном договоре также могут быть отражены иные вопросы взаимоотношения между супругами. Порядок несения каждым из них семейных расходов, отношения между родителями и детьми, если это не нарушает прав и законных интересов других лиц, ну, естественно, не противоречит законодательству. Например, в брачном договоре могут быть отражены обязанности родителей по выплате алиментов. Также могут быть
прописаны возможность выезда несовершеннолетних детей за пределы Республики Беларусь, место жительства детей, вопросы по воспитанию и содержанию своих детей. Шлюбный договор может быть скасованы только по погодненні обоих боков. Зрабить гэта так само варто у нотариуса. Действие брачного договора может быть прекращено, если стороны договорились расторгнуть брачный договор. Для этого нужно взаимное согласие лиц, которые заключали данный брачный договор. И это может быть возможно только до расторжения брака. Либо бывшими супругами во время действия брачного договора, если в брачном договоре содержатся условия, которые действуют после расторжения брака. Ну и по требованию одного из супругов может быть изменен и расторгнут только по решению суда. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, если иное не предусмотрено брачным договором. Если же в брачном договоре имеются условия, которые действуют после расторжения брака, значит, брачный договор действует до их полного исполнения. Не варто воспринимать шлюбный договор как символ недоверу одно до одного. Наоборот, его заключение – разумный и правильный подход. У певной ситуации такие документы сэкономить как вам, так и вашему партнеру час, нервы и гроши.